Тум-тум-турум, hello. Темно то как, ай-яй. Yeah, all my friends. Now we are leave. I'm shooting. Almost. Take. Смотри, пару нюансов, пару слов. Тут самое главное, то есть это не сколько периодическая часть, да, сколько пока что смотри, там, девочки, тем кто сегодня, чувственность, вот, что это как передается, нам не холодно. Как это передается? Вот, опять же, если с вами коммуникация между двумя людьми, это взгляд, мимика, жест, да, и перевещи, то, что может передать. Чувственное, хорошее, красивое. Для понятно, что ну, это не портрет, а съемка, конечно. Но опять же, берется видно. Для всегда будешь когда ты передаешь, не пытаешься играть, да, то есть, а просто передаешь свои ощущения в данный момент. Ведь те, что представляют, да, там лучше всего это. Для меня это расслабление, спокойствие. Когда человек спокойный, расслабленный, он максимально красивый. Мимика то же самое. То есть, чем меньше напряжения в лице, губах, там, ну, тем лучше. То есть когда человек расслабленный, он спокойный, классный, и все. Отлично. Дальше тело. Ну, для него это, конечно, важно, потому что мы показываем все тело, фигуру и его красоту. Тут опять же, то есть очень важно, что не пережимать вот, все суставы. Mm-hmm. То есть, но в то же время то есть, они не должны быть прямыми, да, то есть все суставчики. И в то же время они не должны быть и совсем кривыми, там, сжаты. То есть любое крайнее положение плохо, то есть, а чуть-чуть изгиб это супер классно. Очень важно руки, вообще для модели любой важно, да, в любой съемке. Руки вообще гадать нельзя. Пальцы, руки это то, что нужно показывать. Обязательно. То есть как они работают. Красота идет у всех от жестов, рук. То же самое жестов это положение тела жеста. Да? То есть тоже жест. Ноги, руки. Ну, сейчас будем двигаться, в процессе все это корректировать, но руки, пальцы очень важны. Понимаешь, ну, то есть не сжатых кулаков, крюченных пальцев, растопыренных пальцев тоже поставить. Начинается просто посетящий, то есть спокойно расслабленные пальцы, естественно, как крылья бабочки. Ну, легкие касания такие. Лучше всего это смотрится так, когда ты средним пальцем чего-то прикасаешься, да, то есть просто остальные пальцы свободненько за ним тянутся. То есть красивенько висят, да, то есть как в тесном положении. Тогда они получаются отлично. И идеально шикарно. Ну, это все процесс съемки, то есть поскольку еще все, что отличается, это природе таковой, то, конечно, нюансы есть. Сейчас скажу по свету, чуть сюда вносим, говорим. Хорошо. Ну, как у нас такая нога. Ну, Сейчас. Позирование перед зеркалом, то есть когда смотришь в объектив, постарайся себе съесть глаза, потом как ты смотришь глаза человека. Когда ты смотришь глаза человеку, как правило, выражение лица становится естественным, натуральным и красивым. То есть нет позирования. Сейчас чуть-чуть давно сидел, чуть-чуть не перед собой. Да, делай пол, да, прямо в пол. Почему пол? Потому что когда мы смотрим пол, кажется, что человек чуть-чуть сидит немножко, да, когда он смотрит в пол. Поглядывает. Сейчас, немножко еще чуть выше носик. Хорошо. Именно взгляд. Хорошо. Вот прикольно такая это. Листики там прикольные. Интересные. Угу. Та-дам. Все. Так, дальше. Сейчас смотри, щеточку работает. Так, что там это? Угу. Приоткрой. Не снимай все. Охлопно отпустили. Уже делал эту линию. Вот так подъем. Где-то прикрыто, где-то открыто. Так, нога, грудь, что важно? Бедро. О, хорошо, кстати. Вот, хорошо, сейчас надо выпустить. Сейчас пока прикрою. Пора чуть сюда выпустить. Можно. И сейчас будет совсем открывать. Да, вот когда у тебя была чуть-чуть, вот сама форма остается, но соски прикрыты. Вот классно будет смотреть. Тогда остатку. Хорошо. Что работает здесь? Плечи, ключицы. Угу. Чуть-чуть ключицы. Немножко вперед. Еще. Во. Хорошо. И чуть ко мне корпус. Все.
Немножечко. Получается, вроде как. Если мне сейчас пальчик, может просто спокойно положить себе. Да, да, да. Сейчас пока взглянул, если потом не скажу, когда на меня посмотри. Хорошо. Хорошо. Ага, даже я почистить. Еще. Угу. Сейчас можешь пока мы объяснять пару кадров, потом мы. Пока прикрыть. Пока прикрыть. Ты можешь просто ручки туда положить, чтобы ведро чуть-чуть больше показывал. Давай. Ну просто пальчики. Хорошо, сейчас открою вообще бок, если ты не могу. Ты можешь это, пуговку убрать там. Смотри. Пальцы, чтобы не было пережато с одним, да, то есть такой, да? Пальчики еще. Можно даже сделать так. Прижми локти. Ребрышком, да? То есть вот у тебя работа сразу, плечи включиться, да? Раз пальцы, свободно положи на расслабление. Там двигаться как угодно. При этом у тебя включены работу ребрышки. Да, хорошо. Пальцы убрать, хорошо, чуть выше. Все, отлично, пальцы раз. Добро. И смотрите, чуть-чуть бедро правильно работает. Север, чуть-чуть ко мне. Не, сейчас чуть-чуть ко мне, можно? Да, потом. Ручки. То есть, ну вот сверху под раз ски прикрыли, хлоп чуть-чуть, да? Но низ бедра остается открытым. Чуть-чуть бедра туда. То ножку ты стоишь, смотри, чтобы когда тело сильно смотрится под положение ног. То есть, когда у нас вот что-то должно быть, ну, если мы стоим вместе, либо ступни, да, либо колени. В принципе, ты можешь ступни поставить вместе, а коленки двигаются так. Или на ноги, это где-то уже когда ступня отходит дальше, тогда ближе к колени стоит. Сейчас ступню еще. Вот, хорошо. Сейчас просто чуть-чуть соски берегом. Вот. Вот так, да? Хорошо. Во. Сейчас смотри, показываю. Просто посмотри, есть секундочку. Хорошо. Отлично. И на меня взгляд брось. Глаза отвори. Хорошо. Глаза. Хорошо, сейчас ко мне, впереди камера. Сейчас будет открываешь два корпуса, то есть по регулированию. Плечики, бедрышки, да, то есть по регулированию корпуса. Что для модели не главное. То есть фигура тела в целом, да, то есть красота форм, линии, да, то, чем, собственно говоря, женщина может похвастаться в личии от мужчины, более плавные формы, линии, изгибы, линии в груди. Я сказал, более сокрасивее. Потому что вот. Плечи вверху управляют тебя всей частью вверх, грудь, до верха живота, а потом все, что касается от низа, живота, да, то есть и до локтя. Это все раз и здесь. Это все то, что это два основных вот, инструмента по регулированию своего положения. То есть чем больше ты дашь кривых, тем это становится красивее и изящнее. Вот, да, хорошо. А какой фокусный спрашивают? Фокусная сейчас, ну это где-то, ну, если брать на full frame, примерно 120, а так где-то это 150. Хорошо, ты работаешь. Ага, пальчики не прячем. Молодец. Я всем, да? Так, простой свет, простые положения. Теперь пробуй чуть-чуть ручки вверх потяни. Угу. Вот. Оставляю. И смотри, то есть пальчики стоят, но то есть ты можешь их просто раз положить. Ага. Вот. И работает ребра. Ага. Вдоль идет отлично. Сейчас вдоль идет тоже. Чуть-чуть. Ряд сейчас на меня, потом вниз. И вниз, хорошо, и на меня еще. И пробуй бедра в одну и в другую сторону повернуть. То есть немножко разные изгибы дать. То есть по-разному будут смотреться ребра. Видишь, что у тебя еще работает, сидят здесь это углы рук, локтей, да, то есть выше, ниже глубина. То есть, да? То, что создает общую линию твоей фигуры, да, вот в целом. Когда смотришь на линии, на формы и на положение. Чуть-чуть выше носик. Ага. Хорошо, отлично. Отлично. Хорошо, ребрышки. Отлично. Так, теперь чуть-чуть поднимусь. Так, бедра, живот, грудь. Ну, бедрышко, да, ваши косточки, немножко живот. Так, чуть-чуть на меня дальний сок, это сильно, чуть обратно. Еще раз. Так, немножко бедра, чуть-чуть. Это мне будет слегка коленки, да? Ну, все, хорошо. Дальше, плечо дальнее, я уже не вижу. Дальняя плечи, когда вот дальняя плечи, когда шутку вновь, то есть надо чуть-чуть вперед идти. Далее, меня не было права, но сейчас я хочу вот далее плечо видеть. Чуть-чуть, да чуть-чуть, вот, немножко.
Ну да. Совсем вот вместе со всем вот значит. Стоп. Отлично. Линия пошла. Хорошо. Так у меня как у тебя хорошо работает все.